Кыргызстанда жумушсуздук күч алып, миграция орчундуу болуп турганда, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды жумуш менен камсыздоо кандай деңгээлде экенин айтпасак дагы түшүнүктүү. Мындай шартта биздин студенттер мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды жумуш менен камсыздоо аракетин көрүп жатат. Азыр биздин редакция аталган долбоор менен жакындан тааныштырат. Я сама грешитель-писатель, работаю из дома, получаю заказы онлайн, работаю. Одна далека, одна далека, потому что, ну, минус плюс 20 минут, ну, 15 минут пищи, остальные минуты. На приготовление идет. А очень увлекательно, интересно, особенно с командой интересно делать. Надо просто не сдаваться. Первый шаг и очень трудный. Надо идти вперед. Идея зародилась 2 года тому назад у наших аламников, но этот проект мы до конца не реализовали. И мы его решили в этом году полностью реализовать, потому что идея есть, как и MVP-продукт. Вот. И мы решили привлечь представителей из общества ЛВЗ, чтобы они чувствовали себя нужными и способными к достижению экологически чистого продукта, чтобы они могли зарабатывать самостоятельно. И в первую очередь они могли создать сообщество, в котором они могли взаимодействовать, общаться с другими людьми. Во время работы, во время обучения познакомились с ними. Невероятно интересные люди. Также имеют свои ценности, мечты. Очень здорово. И мы очень к ним прониклись и продолжаем по сей день учебу, обучение. 70% от прибыли будут получать они, а 30% мы, так как мы занимались маркетингом, будем заниматься маркетингом и подписывать договора с другими предприятиями, да, компаниями.